С 7-дюймового дисплея системы AirLink 2 можно управлять всеми настройками автомобиля и мультимедийными функциями. Инструкции по настройке и эксплуатации дисплея смотрите в специальных видеоуроках в системе AirLink 2. В зависимости от версии, Kadjar оборудован аудиосистемой Bose, которая состоит из 8 динамиков и цифрового усилителя. Каждый пассажир сможет по полной насладиться качественным звучанием и ощутить себя на настоящем концерте. В зоне хранения на центральной консоли имеются два порта USB, штекерное гнездо и разъем питания на 12 вольт. В нижней части консоли имеется дополнительный разъем питания на 12 вольт, которым могут пользоваться задние пассажиры.